Для укрепления иммунитета, костей, хрящей и суставов вы сможете приготовить сами в домашних условиях вот такой порошок. Для сегодняшнего рецепта понадобится кофемолка, столовая ложка грецких орехов. В грецких орехах большое количество марганца и магния. Это имеет важное значение для формирования костей. Столовая ложка семян льна. Лен устраняет воспалительные процессы, укрепляет мышцы, кости, волосы и ногти. Улучшает самочувствие при менопаузе. Столовая ложка тыквенных семечек без кожуры. Тыквенные семечки содержат большое количество цинка, который способствует укреплению костной ткани и предотвращает развитие остеопороза и хрупкость костей. Цинк полезен не только для костей, но и для суставов, так что эти семена помогают предупредить такое заболевание, как артрит. Миндаль – 1 столовая ложка. Миндаль содержит большое количество витамина Е. Кроме того, миндаль – это продукт с низким гликемическим индексом. Миндаль полезен для сердечно-сосудистой системы. Измельчите все ингредиенты в кофемолке. Получается вот такая густая маслянистая масса, которую нужно хранить в стеклянной банке с закрытой крышкой, обязательно в холодильнике. Можно есть для укрепления иммунитета, костей, хрящей и суставов по ложке утром натощак. Обязательно запивая большим количеством воды. Или пить воду в течение дня. А можно заправить ореховым порошком, кашу, кефир, йогурт, овощи.